Слава Украине, привет всем от Полонского. После Ростовской атомной, теперь еще и Курская атомная. Значит, друзья мои, проблемы у рашистов только нарастают. Там, правда, сейчас немножко похолодало, потому что пошли дожди, я так понимаю, в Ростовской области. Но это не меняет того факта, что частично кое-где есть уже те самые графики отключения света, которые есть у нас, ну просто кармически-бомбически, да, все получилось. Они так смеялись над хохлами, как они говорят, что в результате получили сами абсолютно то же самое. Просто, знаете, под кальку, под копирочку сделано, да, те же самые графики. И вот не работает Ростовская атомная, один энергоблок, после чего вылетает Курская атомная, еще один энергоблок. И это не мои слова, вот это слова Z-пропагандистов, цитата. Краснодарский край, который день сидит без света после удара украинских дронов по распределительной подстанции и уходом энергоблока Ростовской АЭС в аварийный режим, из которого его можно будет вывести только через несколько дней из-за технологических особенностей реактора. Вроде бы пишут, что йодная яма. Я не буду сейчас об этом говорить. Технические особенности там, это технические особенности. Дальше. Что они пишут. Также накануне удара по подстанциям в Ростовской области ударили по аналогичным подстанциям в Курской области, из-за чего, возможно, остановился один из двух реакторов Курской атомной электростанции. Ну, либо он просто не вовремя остановился, мнения расходятся. По состоянию на вчерашний день дефицит электроэнергии на юге России составляет 1,5 гигаватта. Один блок Ростовской АЭС это 1 гигаватт. Вот так вот, чтобы вы понимали. То есть дефицит огромный, уже два энергоблока у них, как говорится, были. Не то, что они не, еще давайте понимать, это все дело правильно. Они не взрывались, это не Чернобыль, да. Возможно, был выток радиации, даже можно говорить с большой долей уверенности, что какой-то там выплеск радиации был. Но в настоящий момент они либо не работают, либо работают частично, то есть электроэнергии они не дают. Это свежая статья, это не за неделю назад, это сейчас. Образовалась огромный дефицит электроэнергии. Как результат, мы прекрасно видим, что часть городов сидит без света, часть городов сидит с отключениями в 2 часа, по 4 часа и так далее. Люди у них начинают выходить даже. Представляете, вот эти вот холопы, вот эти вот рабы, которые иначе как на коленях никогда не протестуют, начинают вдруг выходить и перекрывать улицы. Правда, их после этого пакует полиция, это уже было в Анапе, это уже было в Краснодаре, уверен, будет еще. Ну тут, друзья мои, тут одно только можно сказать, карма. Я просто вспоминаю, как эти же люди ржали над Украиной, когда вы разбили нам большую часть нашей генерации, да? И тут же карма прилетает назад, что-то происходит с вашей генерацией, и вы сидите без света, точно так же, как и мы. Вы ничего не хотите сказать?